27 миллионов рублей. Настолько вырастут доходы столичного бюджета в текущем году. Этот вопрос стал первым в повестке дня внеочередного заседания Чебоксарского городского собрания депутатов. Эти деньги направят в разные сферы, в том числе в область жилищно-коммунального хозяйства, на оснащение приборами видеонаблюдения территорий многоквартирных домов, на образование, культуру, спорт. Рассмотрели депутаты также проект решения сокращения времени публичных слушаний и голосования по вопросам землепользования и застройки Чебоксарского городского округа. Изменилось федеральное законодательство и надо привести в соответствие нормативные акты. Вместо прежних сроков от 2 до 4 месяцев теперь от 1 до 3. Проект поддержали. Решением собрания были также досрочно прекращены полномочия депутата ЧГСД Алексея Никитина.